Встреча студентов Казанского федерального прошла в Институте управления экономики и финансов. Обучающиеся задавали самые разнообразные вопросы, однако волнующих большинство стали вопросы учебного процесса, проживания в общежитии и обучения иностранным языкам. Генеральный консул Республики Узбекистан Фаридин Насриев, в свою очередь, подробно разобрал каждую из тем. Это очередная встреча. Мы ежегодно часто очень встречаемся с нашими гражданами Узбекистана, рассказываем о них, какие изменения происходят в Республике Узбекистан, слушаем граждан, отвечаем на их вопросы, также оказываем им консульскую правовую помощь при необходимости. Ключевой темой обсуждения стал вопрос о референдуме по принятию изменений Конституции Республики Узбекистан. Также планируется проведение досрочного голосования в университете. О месте, времени проведения референдума сообщат чуть позже. Для участия необходим паспорт гражданина Узбекистана, достигшего 18 лет и выше. Референдум по принятию изменений Конституции Республики Узбекистан, который будет проходить 30 апреля в Республике Узбекистан. Также избирательный участок откроется у нас в Генеральном консульстве. И кроме этого у нас будет досрочное голосование с 19 по 26 апреля, где также наши граждане могут воспользоваться своим конституционным правом. Центральная избирательная комиссия выезжает на места компактного проживания, а также обучения наших граждан, где наши граждане смогут проголосовать. Генеральный консул Республики Узбекистан пообещал решить уже возникшие проблемы и не допустить возникновения новых. Отметим, что Фаридин Насриев регулярно посещает Казанский федеральный университет для того, чтобы обучение иностранных студентов становилось только лучше. Анастасия Белова, Карина Саяхова, Фарид Захит Аглы, Универньюз.